Я, кажется, я их в день во сне вижу. Эх, 1 сентября началось. Ай, тяжело мне, тяжело. Я приводила ребенка за 40 минут до начала занятий. Там никого не было, кроме Николая Александровича. И это было постоянно. Я оставляла ее одну с ним. То есть ничего подобного. И просто не могу сказать, чтобы что-то такое могло бы вообще произойти. Я с ним разговаривал. Он мне все рассказал, как было. Я ему верю. Человеку 84 года. Он потратил свое здоровье на просто ни за что. Лыжный спорт. Как показать ребенку, как рука должна двигаться? То есть иногда, да, приходится, иногда трогать. Но после таких событий лучше вообще ничего не делать, не заниматься и не учить ничему. Вот только стоять и расписываться в ведомости. Заслуженный человек, 84 года, умирает. Все доказательства есть его невиновности, есть видеосъемки, все тренировки, все можно по кадрам разобрать. Письмо президенту написали Владимиру Владимировичу, он ответил, что передали Бастрыкину, но в данный момент ответа нет.